Доброе утречко. Хочется, конечно, чтобы оно было именно таким вот светлым, солнечным, вызывающим какое-то хорошее состояние души, настроение. Но если посмотреть за окошко, то там мрак, серость, дождь, ветер. Вот такая у нас погода в Риге 3 мая. А я, чтобы все-таки немножко выйти из зоны дискомфорта и перейти в более комфортную для себя зону, решила, наконец, сделать то видео, которое долго-долго собиралась, и я все еще не до конца готова его доснять, потому что есть еще кое-какие ароматы, которые я жду, и они должны прийти. Ну, начну понемножку, может быть, будет в одной части, может быть, будет в двух, в трех, я не знаю, в скольки. Кому интересно, остаемся, будет просто всякая болтовня, ничего такого очень специфического, очень профессионально умного сказано не будет. Будет, как всегда, мои эмоциональные восторги или удивления, или что-то такое по поводу, чего это я тут накупила. Давала же себе слово после Нового года идти в завязку, некоторое время держалась, потом опять все это начинается, и... Может быть, здесь есть какая-то вина этого локдауна, что никуда нельзя было пойти, ничего посмотреть. Зима была такая затяжная, хотелось каких-то позитивных впечатлений. Конечно, очень много у меня доставляет радости мои цветы, которые сейчас начинают расцветать в пеларгонии, и прогулки, которые уже тоже начинаю совершать. Пропал интерес абсолютно к покупкам из секондов, поэтому там не появляюсь. Теперь туда попасть тоже не так легко, надо выстоять очередь, потому что запускает, ну, человек там, скажем, 5-10, в зависимости от объема помещения. А как вы знаете, если ты попал в секонд, то ты там долго-долго и упорно что-то смотришь, и ждать долго, и, в общем, все это как-то стало неинтересно. Поэтому у меня осталась моя любимая тема, это ароматы, которые всегда тоже вызывают интерес, желание познакомиться с чем-то новым, рассказать вам. Я понимаю, что эта тема далеко не всем интересна, но будем общаться и помимо этой темы, конечно, а сегодня расскажу, покажу опять очередные покупочки. Так, и чтобы лучше видеть название, одиночки или не одиночки. Не буду говорить о составах, потому что духов будет, как всегда, очень много. И давайте начнем уже, в конце-то концов, сколько можно. Итак, марка Монталь. Монталь, Монсера – это как бы близкие друг к другу, так сказать, сестры-братья, потому как, по-моему, у них там одна фирма-хозяин. И до сих пор у меня не было ни одного аромата Монталь, ни одного аромата Монсера, наверное, потому что кратковременное знакомство с ними показало, что вряд ли я с ними подружусь. Они чересчур сильные, они чересчур часто мускусные, они какие-то вот там такая основная нота, которая просто меня душит. Но так как я в последнее время стала любителем гурманики, например, то решила попробовать вот такой интенс кафе. Eau de Parfum, Монталь, вот такая блестящая, красивая коробочка. Сейчас мы будем вот так неспешно с вами болтать, разговаривать, так что просто кому нравится мое дребезжание моего голоса неспешное. На этот раз не буду никуда торопиться, я уже приготовилась к тому, что это видео буду стыковать, и не нервничаю в такой мешочке. Потом дальше, это как у Кощея Бессмертного, яйцо сначала там в чем-то в яйце, потом не в игле, смерть его, потом яйце, потом яйцо там в утке, еще. Ну, здесь так вот достаешь, потом сверху еще закрепилка, которую я всегда снимаю, потому что меня раздражают эти всякие закрепилки. В результате мы получаем вот такой вот флакончик коричневого цвета. И здесь уже сам мешочек весь пропитался, потому что из-за, наверное, вот этой закрепилки немножко подтекало, пока ко мне шло. Но сам аромат, конечно, вкусный. Я думаю, что это абсолютно такой зимний аромат.
или, по крайней мере, для холодной погоды, не для жаркой, потому что он удушит сразу вас. Ну, пахнет и тем самым кофе, и пахнет и какими-то такими остренькими всякими разными цитрусами немножечко. И, в общем, достаточно красиво все это звучит, но очень сильно. Вот даже не нужно ни одного нажатия, ни одного прыска, как уже понимаешь, что аромат, безусловно, очень такой насыщенный. Но для любителей вот подобной гурманики, я думаю, что это будет замечательно. Ой, да, красиво, но сильно. Я все еще не могу отказаться иногда в покупке флаконов, которые мне кажутся красивыми или интересными оформления, потому что мне как... Вот до сих пор я считаю, что аромат, он... Это как, ну, маленькое произведение искусства парфюмера, и должно быть от и до. Должен быть красивый флакон, красивый футляр под этот флакон, сам аромат. И все это должно быть вот в совокупности вызывать ощущение, что ты владеешь какой-то драгоценностью. Поэтому на вот такой аромат, который в таком оформлении, бархатная коробочка тут. Так, сейчас скажу, что это такое. Rain Tradition какой-то аромат. Вот такая марка. Малоизвестная, ни о чем не говорящая. Но тут все так продумано. Здесь и тут тебе какие-то надписи. И здесь вставочки. И бархатные флаконы. Когда ты это открываешь, то появляется волшебная такая бутыль. Кстати, на фотографии она была еще интереснее. Она была... Вот здесь по сторонам, как будто бы одета в какое-то такое платье. Ну, то есть цветные были, более розовые были бачки. Ну, она даже в таком варианте, согласитесь, очень-очень интересно сделана, красиво. Вот это я не могла не оценить. Стоило дешево и тоже добирала просто до стоимости посылки, чтобы там какая-то бесплатная была доставка. Что это такое? Вот, ну, прямо вот. Ну, не могу не оценить работу стекла. Дувов или стекловаров, или я не знаю кто вообще. Вряд ли это штамповка, потому что, ну, сделано вот по-настоящему как маленькое произведение искусства. Что же до самого аромата, вот абсолютно оставил меня в недоумении, потому что, наверное, это то направление, которое для меня не то чтобы чуждо, но бывают такие, знаете, когда вот, ну, как-то ни туда, ни сюда. Цветочные, но цветы такие с какими-то пряностями немножечко, и эти пряности больше чувствуются, чем цветы, что мне не нравится. Ну, остренький такой, знаете, вот сейчас он у меня постоял, и как-то вот сразу... Вот никогда, если покупаете духи, вам кажется, что что-то не так, дайте им всегда отстояться, потому что частенько бывает, что что-то там должно усесться, как нужно перемешаться. Иногда нужно сделать эти несколько нажатий, чтобы там уже начался процесс какой-то. Хотя, не знаю, вот когда говорят, что там попадает воздух. Ну, как он попадает, этот воздух, через эту трубочку? Не знаю, но это такие мистические легенды парфманьяков, что там что-то такое происходит. Ну, и вот кажется, что что-то произошло. Не так уж он и плох. Да, какие-то острые специи такие, веселенькие такие, не слишком это самое восточное, а вот такие, как мог бы быть, скажем, имбирь, какой-то розовый перец. Ну, я не люблю розовый перец, но вот флакончик, конечно, как вы понимаете, меня покорил, поэтому оказался еще и этот аромат у меня в коллекции. Ну, коллекция громко сказано. Я всегда сама над собой потешаюсь, мне кажется, что я вот пытаюсь быть такой прямо коллекционером. Да какой из меня коллекционер? Никакой, короче говоря. Продолжилось знакомство с маркой Reminiscence. Она у нас недорогая. И первый аромат, наверное, с которым я там познакомилась, это были пачули, потом пачули эликсир, потом как бы мне там отлили тонко, потом там у них есть сантал, и я его приобрела, красивее, кстати говоря, сантал. И теперь пришла очередь амбры. Вот мы тоже покупали на половинку, поэтому уже половинки нету. Разливали со знакомой. Ну, амбра нам обоим не так, чтобы очень понравилась. Сантал прекрасен, бабы тонко прекрасны. То есть там есть такие
буквально моноароматы, которые помогают вот познакомиться с нотой. Если вы хотите эту ноту понять, то, в общем, она у них достаточно такая яркая, выраженная, и по ней, наверное, уже можно составить себе впечатление, что же такое амбра. У них хорошие флакончики, сделаны очень так просто, стильно, немножко с таким вот изгибом. Ну, в общем, сделано все вот так вот минималистично, но как бы, хочется сказать, с претензией на нишу. Но цена совсем не нишевая, поэтому очень даже мне нравится все это. Ну, хорошо сделано. И еще был тоже один аромат. Ну вот, придется прерваться. Ну вот, продолжаем. Вот так и будет состоять из кусочков. Это моя любимая свекровь позвонила и сказала, что она мне привезет всяких вкусняшек. Я не доехала до них на Пасху, потому что плохо себя чувствовала очень. И сегодня ночь была ужасная, с головной болью. И головная боль для меня — это, наверное, самое неприятное, что может быть, потому что вообще перестаешь что-либо понимать и соображать. Вот, но я стараюсь держаться, как видите, улыбаться. Сейчас немножко полегче. Поэтому продолжаем разговор о ароматах реминисценции. После того, как я уже там приобрела пачули и пачули интенса, увидела, что там есть еще пачули с розой. Думаю, ну, надо уже совсем окончательно разобраться, что же это такое. И вот такая тоже красивая. Красивая, вот так стильно выдержана, прямо как какая-то японская хокку, каллиграфия. Так вот все минималистично, но достойно. Вот такой вот флакончик, тоже он немножко с изогнутым. Вот это у них такой стиль. И да, это пачули с розой, вот тоже совершенно понятный, стандартный такой. Наверное, такие варианты есть, пачули с розой. Приятно, сладковато, землисто, красиво. Тоже на прохладную, холодную погоду. Ну, будет очень неплохо, прямо скажем. Ну, надо любить, он такой потяжелее. Здесь называется роза потяжелее. Мы сейчас перейдем к еще двум тяжелым, притяжелым таким готическим розам. А это, если ставить на пьедестал, это, может быть, будет на третьем месте. А сейчас мы посмотрим на два первых. То есть очень достойная марка. Мне понравилась. Вот я говорю, бобы тонко там очень хороши. У нас она недорогая, у нас она. Ну, может быть, даже в наборах, там такие есть наборы, если не 100 мл, а 50, и с кремом с каким-нибудь, то это может быть где-то там 20 евро примерно, около того. Следующие два аромата тоже на тему розы, наверное, и пачули, и много чего разного, тяжелого, и все они сделаны как, я теперь уже понимаю, как абсолютные аналоги духов Тома Форда «Нуар де Нуар». Том Форд стоит у нас запредельные деньги, и, конечно, всегда хочется пахнуть так же, но за другие деньги. Я не знаю, насколько оправдано, вот часто тоже эти разговоры на тему, что если это бренд, то там более качественные, значит, эти составляющие. Это. Но я думаю, что по большому счету все делается из одних и тех же ингредиентов, просто где-то есть вот марка, и за то, что ты покупаешь этот именно бренд, за это имя ты достаточно сильно переплачиваешь. Потому что вот эти два аромата, они абсолютно идентичны. Они хороши каждый по-своему. Один чуть-чуть подороже. Один у нас идет из серии, по-моему, The Wood Collection. Такие вот бутылочки, очень красивые. Когда они появились у нас в магазине, в нашем, Quintessence, который есть... Я знаю, в Старой Риге, на Вальню, по-моему, магазинчик первый открылся, а потом в торговом центре Спица. Цены там тоже дорогие, кстати говоря, и вот эти ароматы даже со скидкой, по-моему, стоили 99 евро, но это все-таки не Том Форд, это дешевле. И он мне и тогда понравился, он как-то заворожил. Я еще с Томом Фордом не была знакома, потом познакомилась. Вот это такая тяжелая, густая такая, не маслянистая, вот просто тяжелая роза. И вот это ощущение тоже какого-то... Что же там, интересно, у нас в составе?
Давайте-ка я посмотрю. Мне прямо интересно, за счет чего достигается вот это ощущение такой мрачности, готичности. Надеюсь, я где-то в каком-то виде я это должна была написать себе, а может быть и нет. Кстати, из этой серии еще один аромат есть, который похож на черную орхидею Томофорда. Тоже неплох, очень хорош. В принципе, состав, наверное, глупо читать, да, потому что понятное дело, что там написать-то можно всякое. Здесь важно само то ощущение, которое есть. 100% там есть, наверное, какой-нибудь и немножко и уды, и шафран, и герань, и что-то вот такое вот. Немножко ванили, потому что есть эта сладковатость какая-то. И когда я снимаю очки, мне кажется, что я лучше чувствую аромат. И он хорош, он так хорошо, вот как тесто, знаете, замешивают, когда оно становится вот каким-то единым целым, оно превращается из разных таких вот составляющих, там сахар, мука, там яйца, что-то еще, оно вдруг превращается в комок, из чего потом выпечется какой-то замечательный хлеб или печенье или что-нибудь еще такое. Вот здесь ощущение хорошего замеса, что так все замешалось, что ты даже практически не понимаешь, какие здесь отдельные ноты, только чувствуешь вот эту такую удушающую сладостность роз, и тебе сразу мерещатся какие-то, ну так как она такая готическая, то какие-то кладбища, вдоль забора которых растут кусты роз, и жаркий полдень, и земля вот эта, которая такая влажная, такая тяжелая, пахнет в тени, так. Это красиво. Ну и вот, значит, это у нас как бы подобие, почему очень такое яркое подобие вот этого Том Форда Нуар де Нуар. А потом, как ты изучала тоже на нашем сайте, появились немножко арабы разные. И появился вот такой вариант, это марка Армав. И я так понимаю, что они делают именно на Европу, потому что чисто арабские парфюмы, они, конечно, это надо пережить такое. Не настолько, может быть, здесь нужно быть подготовленным. И, получив этот аромат, я выяснила, что это вот копия того же самого Тома Форда, только уже намного дешевле. Так, цена была примерно 23 евро за 100 миллилитров. Здесь уже состав у меня есть, я просто ради интереса выписала. Я думаю, что он почти будет полностью соответствовать Том Фордовскому варианту. И хотя название совершенно другое, название у нас Club de Nuit Intense. Кстати, есть мужская версия, она тоже прекрасная, говорят. Роза, шафран, герань. Первые ноты. Мускусный орех. Мускатный, не мускусный. Перец, фиалка, тмин, пачули, ваниль, ут, амбра. Ну, вот оно, наверное, что-то такое же и в Том Форде примерно. По крайней мере, роза, ут, пачули, герань должны быть непременно. Все то же самое. Вот если бы я была каким-то тонким ценителем, знаете, как есть музыканты, они слышат все вот эти нотки самые разные, они там вот что-то где-то допустил, какую-то ошибку, когда проигрывал свою там партию. Мы, обычные люди, мы будем слушать, нам не будет казаться, что там какая-то ошибка. Вот будет красиво звучать, и все. И все эти вот децибелы и прочее тоже для нас где-то больше там немножко. И мы какие-то частоты больше чувствуем, где меньше, мы меньше. Тоже для нас, простых людей, это вот музыка и музыка. Либо она нравится, либо нет. Так же и с парфюмерией. Если бы у меня был такой тонкий нос парфюмера, возможно, я бы и уловила вот здесь какие-то дисгармонии, несоответствия, что-то бы мне казалось бы, что что-то вот не так играет, не так, так вот скрипочка вот не ту нотку взяла в этом оркестре. Я обычный человек, с совершенно обычным восприятием, даже, может быть, не каким-то особенным. Мне интересно постигать вот эти все тонкости, но я понимаю, что либо тебе дано, либо не дано. Либо тебе вот дан этот нюх такой потрясающий, либо нет. Здесь понимаю только одно. Шикарная роза, красивая, густая, сильный аромат, очень яркий, очень шлейфовый. Что еще нужно за 23, по-моему, 4 евро?
воспринимается как богатейший, какой-то дорогой аромат, красивейший, тогда зачем покупать? Зачем покупать The Wood Collection? Зачем покупать Тома Форда? Ну, чтобы поставить на полочку, и было видно, что у тебя есть Том Форд, да, скажем. Ну, красота. Вот могу просто всем посоветовать, кому такое сочетание нравится, вот этих роз, герани, пачули. Уда нету как такового. Может быть, он дает эту стойкость, может быть, там мили-мили какая-то, одна капелька. Очень красиво. Очень красиво, очень достойно. Вот просто я после этого из этой марки хочу еще что-нибудь попробовать. Ну, по крайней мере, из того, что можно у нас на сайте приобрести. Покупала на сайте 220 LV. Тут недавно как-то ругали. Кто-то там что-то заказал, технику какую-то. И она пришла... по-моему, в какой-то группе у нас в Иманске писали, что заказали компьютеры для ребенка. И она пришла типа БУ. Просто люди не обратили внимания, что, оказывается, на 220 есть с каким-то там значком. Действительно продается БУ-техника. И, естественно, обиделись на этот сайт, заругали его, тут же подключились другие люди и стали писать, что там вся парфюмерия фейки и там и неизвестно что. И надо сказать, я там покупаю достаточно давно, и есть с чем сравнивать, и ничего там не фейки. Хорошие, нормальные ароматы. Не буду ругать этот сайт, мне нравится. Они очень оперативно реагируют, они делают доставку у меня уже бесплатная на почту, например. Можно забрать в магазине, они посылают в пакоматы, ты можешь платить после получения покупки, что очень удобно. И были варианты, что мне, когда были большие заказы, много мелких, там, я помню, один раз Сальвадора Дали заказывала много парфюмок, и там какую-то не доложили небольшую. Я позвонила, сказала, то есть доказать я это никак не могла, но они вернули деньги, так что я к ним претензий не имею, кстати говоря. Техника, да, техника у меня тоже один раз почему-то получила, что-то было сломано. А, отпариватель, по-моему, какой-то один я заказывала или что-то такое. И он, ну, он, я выбирала не самый дорогой, я выбирала дешевый, поэтому он из таких кучи пластмассовых деталек состоял, и какая-то из них сломалась. Ну, в общем, вернула и отвезла в магазин, и деньги тоже вернули, поэтому я считаю, что это неплохой интернет-магазин. И сейчас я тоже жду, кстати говоря, оттуда два аромата. Вот, ну, вы видите, получается просто какое-то бесконечное длинное видео. Давайте я еще что-нибудь расскажу и, наверное, типа закроем первую часть, а то получится такой какой-то там на несколько часов разговор о парфюмерии. Еще один аромат, который меня приятно удивил. Уже, ну, сейчас все труднее удивить, конечно, когда ты уже знаком с кучей-кучей всяких ароматов, но есть все-таки, остаются какие-то, которые вызывают вот просто восторг. Это у нас Narcosis Vertus. Давайте я вам покажу. Что здесь хорошего есть? У меня уже отлили немножко, подруги. 2017 года аромат. То есть, ну, не сказать, что прямо такая новинка-новинка, но вот до меня дошел только теперь. Первые ноты. Вот зачитаю, просто интересно самой, я их слышу или не слышу. Ревень. И многие отмечают, что здесь вот ревень кисленький такой. Ревень, кофе, кардамон, мандарин. Верхние ноты. Середина, манго, имбирь, амбра. И ноты базы, ветивер, серая амбра и персик. Ну, такое первое ощущение, какая-то вот трава, типа марихуана, такая сладковатая, причем интересная, с этой кислинкой ревеня. Кофе нет, кофе я здесь не чувствую. Вот он такой реально, есть такая реальная нишевость, когда ты понимаешь, что аромат вот непростой, он такой странный, он загадочный, он на каждом звучит по-своему. Он раскрывается на тебе тоже очень так по-разному. И он как-то завораживает, вот как-то реально ты хочешь его все время ощущать.
и хочешь понять, что же там такое. А вот сейчас немножко кофе появилось чуть-чуть в сочетании с ревенем. Сегодня меньше травы. Сегодня больше вот этих фруктов каких-то таких. Ну, в общем, интересный, на самом деле, классный аромат. Наверное, надо было бы о нем как-то подольше, покрасивее рассказать. Но я вижу, что у меня уже мигает фотоаппарат, что у него почему-то вдруг память кончается. У меня везде кончается память. В моей голове, в телефоне очень быстро стала заканчиваться. Что говорит о том, что придется скоро, наверное, какой-то новый покупать. Необычный, очень классный аромат. Понравился. Что-то в нем такое есть. Действительно наркотическое, завораживающее. И хотя состав не кажется каким-то странным, но хотя нет, странный. Ревень, кофе, тебе и серая амбра, и персик в базе. Это вообще какое-то сочетание немыслимое. И иногда думаешь, вот хорошо или нет, что мы можем прочитать эту пирамидку и что-то вот у себя в голове сразу по-другому, наверное, как-то простраивается и что там видится по-другому. Хотя на самом деле, если так подумать, вот если бы был бы слепой затест, закрыть глаза и вот нюхать. Ну это да, для меня какая-то сладковатая, интересная трава такая. Причем трава именно вот из серии конопли. Не просто трава, которая растет там на газоне, а что-то такое слегка завораживающее и обещающее возможный какой-то дурман в голове. Очень интересный аромат. Не дешевый, но интересный. Как всегда, кстати, девочкам, кто в Риге, если кого интересует, отливаю, разливаю вот все вот эти вкусности, интересности, поскольку мне это самой в таком количестве не нужно, поэтому обращайтесь, пишите, звоните. Так, ну и что, у меня еще там куча всего, давайте я, наверное, сниму все-таки вторую часть, потому что для одного раза, мне кажется, и так достаточно. Подняла немножко себе настроение. Сейчас есть даже мысль пойти выбраться на свежий воздух хотя бы сходить в магазин. Надеюсь, у вас не сегодня не такая дурацкая погода, честно скажу. Надеюсь, у вас получше. И начало недели. У нас сегодня, по-моему, рабочий день, завтра выходной один, и потом опять рабочая неделя. Я слышала, что в России как бы намного подлиннее эти дни выходные, поэтому радуйтесь, наслаждайтесь. Жизнь, она одна. Будем ее раскрашивать какими-то приятными вещами, духами и поддерживать свое настроение в таком бодром духе, потому что очень легко впасть в какие-то состояния уныния, депрессии. Это просто нас преследует со всех сторон. Но давайте будем держаться, будем находить для себя какие-то интересы, которые нас будут поддерживать во всем этом. И что ж, до новой парфюмерной встречи, которая не за горами, потому что у меня еще есть одна посылка, которая не пришла. У меня есть заказанные духи Oriflame, которые вот буквально сегодня-завтра должны мне привезти. Это вот этот новый Giordani Gold, который будет не апельсиновый, а какой-то другой. И мне было интересно попробовать, хотя он не дешевый, но как-то вот зацепилось, хотелось. В общем, короче, впереди еще много всего интересного. Того же Тома Форда, Джо Малона. У меня появился дубликат Сары Джессики Паркер духов Ковид, который уже снят. И я думаю, куда мне их теперь пристроить. В общем, впереди сериал на тему парфюмерия, парфюмерного маньяка и моего парфюмерного хомячка, который уже пора, наверное, сдать куда-нибудь в сумасшедший дом. Она продолжается. Всего хорошего. До новых встреч.